Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, это канал Поттербин ТВ. Сегодня мы будем смотреть с вами на Brawl Stars. Я очень сильно хочу получить вот этот скинчанский Губка Боб, он зовется. Осталось 7 дней, 10 часов. Я внес вклад тоже в получение этого скина. 6160, есть и другие люди, которые также внесли свою лепту. Но пока этот скин мы не получим. Стоп. Блин. Я, короче, не в ту дисциплину зашел. Сперва нужно зайти в те уровни, за которые дают губкобобовские деньги. Это режим. Называется тройное столкновение и ловля медуз. Ловля медуз. Вот. Есть еще и общее. Не понял, юморок. Дуэли? А с какого это перепуга я, интересно, тут оказался вообще в этой команде? Не понял я юморок, ладно. Так, и что еще у нас? Вот. Так, это идет столкновение у нас идет. И захват кристаллов надо будет потом отыграть. В общем, так, значит, я иду сейчас в тройное столкновение. Использую героя, который называется 8-бит. Или же я называю его приставочка, или же 8-битка. Всем привет, Зора, Ахмат, Кола, Куси, если вы все еще тута. Я вас приветствую, тута. Мы с вами тута. Одни тута, сидим тута. Так, ну что, понеслась. Бах-бах, так. Подожди. Стойка-постойка. А, я знаю, что это. Ай. Так, кто-то тут на меня пытается... Кто-то на меня пытается напасть. Так, еще один. Нет, не готов. Не готов. Уходит. Блин, я косуха. Ой, в упор. Мама мия, Санта-Лючия. Ну, держись, братуха. Я сейчас встану. Пожалуйста, только не сливай. Ай-яй-яй-яй-яй. Уходи. Все, я все обоймы отстрелял, не успел родиться. Блин, ну у нас, конечно, парень крепкий. Крепкий парень. Ох ты, какой он мощный. Скрибен Сергей. Всем здрастите. Так, ну, место третье, в принципе, как бы могло быть и хуже. Для меня очень важно, сколько я заработал губкобобовских денег. Потому что эта валюта, она для меня критична. О, видите? Надо собирать все деньги, на которые потом можно... Так, это подарок, я так понимаю... Крабсбургер. И что он нам дает? Вокруг бойца кружится щит из крабсбургера. После его уничтожения боец некоторое время получает меньше урона. Нормально, блин. Так, ну, конечно, все, я думаю, спят адекватные люди сейчас. А такие, как я, полуночники, не спят. Ну, не исключено, что они адекватные, конечно. Я всех под себя не меряю, но я вместо того, чтобы заняться здоровым сном, им, к сожалению, не занимаюсь. Так, это что такое? Это какой-то планктон у нас тут, да? Это у нас планктон. Получается, это скин Дэрил. Это скин на Дэрил. Нифига себе, 11600. Ё-моё! Да, конечно, ценнички в этом магазине... Нехилые. Ребята, если вы тут, не забывайте лайковать, конечно же. Микола Рыбалка, Юрий,
Все, Димасик, все, ребята, не забывайте лайковать. И еще, слышно ли меня? И слышно ли игру? Надеюсь, меня слышно. Да. Оп, убрал еще чуть-чуть. Микола, питерский. Так, почему-то меня заставляют еще... Да. Крипер, меня слышно и игру слышно. О, спасибо тебе за лейкоцит. Ставь лейкоцит и помни старую школу. Так, ну что, тройное столкновение. Я выберу кого-нибудь другого. Кого-нибудь другого. За кого я проиграю сейчас? За кого я... Ну, давайте Ниту возьму. Нита — это девушка, которая выпускала медведя, насколько я знаю, раньше. Но сейчас я новый скин у нее заработал. Она выпускает уже не медведя, а выпускает что-то типа акулы. Такое вот что-то типа. А ух, нифига себе. Налепил меня лейкоцитов. Молодец, блин. Блин, молодец, блин. Блин, молодец, блин. Так, ну что? Что мы будем делать? Нита, конечно, со своими атаками коротенькими далеко не уедет. Поэтому надо помнить о том, что она рассчитана в основном на ближний бой. Ой-ой-ой. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой-ой. Неприятно было. Было неприятно. Конечно, лидеру по победам мы ставим Лукас. И вот посмотрите, он взял Эль Примо. И за Эль Примо он заработал достаточное количество. Да? Блин, а ты посмотри. Ну хорошо, хорошо. О, кольта возьму. Я давно кольтом не играл. Нифига, у меня на него даже скин есть. Бандит кольт. Рок-звезда. Просто кольт. Ну, давай этого темненького выберем. Так, ну что. Поехали. Сейчас будем проигрывать за кольта. Ниту. А, он предложил мне Ниту брать. Ну, хорошо, я в следующий раз возьму Ниту. Я, правда, не помню, кто это. Так, у меня в команде два одинаковых чувачка. Два одинаковых чувачка у меня в команде. Так, тут уже пошла перестрелка. Ой, или горячая перестрелочка пошла. Есть, я кого-то там снес, не знаю, не... А, не, это я, получается, усилитель его снес. Ай, парни, помогите, хлопцы. Ой, блин. Все. Их осталось двое, их просто одним выстрелом забрали, жесть. Так, лидер по урону, что, самому себе лайк, что ли, поставить? Это как бульдог, который сам себе лежит, так сказать, то, что он сам себе лежит. Так. Ставить себе лайк — это все равно, что лизать себе опу. Так, блин, опять они хотят, чтобы я в столкновение пошел. Ну хорошо, раз человек мне посоветовал брать Ниту, я ее возьму. Блин, да я же за нее уже играл. Ладно. Хорошо. Возьму кого-нибудь другого тогда. Вот Рико. Это кто? Это получается, он типа артиллерист. Выпускает длинную очередь, которая прошивает врагов и может покрывать еще большую дистанцию, отскакивать. Нифига себе. Отскакивает стен, пули Рико летят еще дальше и могут достать спрятавшихся в укрытии врагов. Нифига себе. Интересный чувак. Жизни у него, конечно, мало. Но посмотрим, на что он способен. Ах, да, конечно же. Интересный. Да, не.
Шо? Не, ну а шо? Смотрите, а почему вокруг меня бутерброд не летает? А вот вокруг человека летают какие-то бутерброды или что это? Я цепанул. Бах. Короче, ульту в холостую. Ульту потратил. Смотрите, нифига себе, какой у меня товарищ по команде сильный. Здоровый бык. Здоровый бычара. Опа, у нас третий ожил. Нифига себе, осталось две команды. Вот это нормально, блин. Вот это, блин, нормально. Нормально, блин. Так, я хочу, чтобы вокруг меня тоже бутерброды эти летали. Есть. Надо искать остальных срочно. Иначе они будут скрываться. Нарисую красочкой я крестик, чтобы кто-то пришел сюда. Ча-ча-ча. О, пошло дело. Ульта пошла. Отлично. Работаем в паре. В смысле? Че он им дизлайк поставил? Они нормально отыграли. Так, я нарисую вот такую штуку. А, ну в броне, блин. Есть. Отлично, первое место. Ей! Так, кто у нас молодец? Лидер по победам. Я ему поставлю лейкоцит. Он заслужил лейкоцит. Ниту берут в основном в ограбление. Угу. Так. Крипер 2004. Спасибо тебе за совет, если ты все еще тупо. Так, ну это будет как обычно. Шлак какой-нибудь. Так. Ниту берут в ограбление. Он мне сказал такое. Значит, когда я пойду в ограбление... Ой. Так, ловля медуз, это что? Это же, ну, как, ограбление... Не, подожди. Ограбление, это же получается вот. Это сейф. Тут сейф, короче, стоит, и надо сейф, короче, вскрыть у людей, чужой сейф. Вот я сейчас... Стой, подожди, что он сейчас? Вот я сейчас пойду, короче... Да, бляха, куда я нажимаю? Короче, сейчас я ниту возьму и пойду в ограбление схожу ей. Так, что тут? О, можно забрать денежки. Ну, хоть бы лего выпало на стриме, лего хоть раз. Лего ни разу не выпало. Выпадает, что попало. Разблокировать бойца Макс. Да ладно, потом разблокируем. Все, короче. Схожу в ограбление, хоть это и, ну как, по квесту вроде и не надо. Там получается ограбление это что? Это 3 на 3. Трое их, трое нас. У них сейф, у нас сейф. Задача. Разломать вражеский сейф. Сколько раз ты убьешь других членов другой команды, это абсолютно не важно. Это не важно абсолютно. Здесь... Ключевой момент. Не понял. Это что это за такие тут ожоги? Ключевой момент заключается в уничтожении сейфа. Ай! Ну все, это слив. Я не знаю почему, но угробление я постоянно сливаю. Мало того, что я, да, играю плохо. Ну да, я плохо играю. Но дело в том, что... И мои товарищи по команде играют не лучше меня. О, меня уже пытаются достать. Бам. Я мочу сейф вражеский. Блин, нифига себе, мы обходим их пока. Ниту кидай на сейф. Что значит ниту кидай на сейф? Ее медведика этого на сейф кидать или что? Я не понял, блин. О, медведика, да, все правильно сказал. Медведя кинул, они мы медведя убили.
Убили моего медведя. Мне сейчас надо добраться. Короче, туда. Блин, а почему шарфик наш бегает мимо? Так. Бах, бах. Есть, я забрал. Отлично, отлично. Мы почти сломали. О, нет! 5-0 осталось. Блин, это была равная игра. Слушайте, это было круто, это было круто. Мы вроде бы как обошли даже, ну, их почти, и потом слились. Дюк. 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 Кто за мной следит? За мной следит... Непонятно, кто-то, короче, за мной следит. Так. Дюк. 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 Блин, я забрал. Так, ребята, они отстрелялись. А я пошел, я пошмоль. Давай, медведя! Бах, медведя кинул. Кинул медведя, короче. О, е, сало у меня е. Отлично. Дюк. Крипер. Крип. Так, все, я пошел. Я въезжаю в стройку. Блин, меня вальнули, мою ниту. Так, короче, я иду по левому боку. Они будут пытаться пройти по правому, но мне пофиг. Мне главное, я прошу прощения, иногда на трансляции будет присутствовать ультразвук. Я буду кричать, это не потому, что я специально так делаю. Ой, это просто так получается. Блин, я медведя кинул, ребята, потому что не было выбора у меня. Потому что надо было хоть какое-то предпринять действие, понимаете? Надо было предпринять. Короче, я иду. Я иду по траве. Вот. Ой, меня... Опа, обдурил. Хи-хи-хи-хи. Три удара я нанес. Есть. Отлично, отлично. Я пробрался, и они меня пропустили. Я их обдурил. Ахаха, хи-хи-хи-хи-хи. Да! Я бросил медведя! Есть, мы выиграли. Уи! Мы победили. Наш сейф более целый оказался. Есть, эта катка, конечно же, заслуживает лейкоцита. Так, кто получает у нас лайк? У нас получает Викторий. Это что за такой персонаж? Мышь какая-то маленькая. Вот это месиво было, блин, ребята. Вот это было мясо. Не, реально, блин, реально. Было мясо, реально. Просто реально. Реально было мясо. Так, Нограда, ну что? Эх, блин, что-то мне сегодня с этими звездочками вообще не прет. Мало денег. Вот есть смысл качать Нита. Вот я люблю персонажа Пока. Пока, мне нравится Пока. Но я не знаю, в каком режиме за него играть. Вот Мортис. Мортис. За Мортиса вообще, конечно... Играть сложно, он такой ближник, и плюс, как бы, ну, очень мутный перс. У него ульта, получается, он призывает летучих мышей и вампиров, которые высасывают здоровье вражеских бойцов и восстанавливают его собственное. Но у него, получается, да, при высокой скорости движения, у него дистанция очень небольшая у этого перса. Он, получается, прыгает вперед, резкий взмах лопатой, и у Мортиса вновь полно
работы. Вскоре, после того, как все три прыжка становятся доступны, длина следующего прыжка Мортиса увеличивается. Блин, ну, за него я понятия не имею, где играть. Естественно, я не пойду на ограбление. Ловля медузы. Что ловля медузы? Это... Ловля медузы, это, по сути, это как кристаллы, типа. Но это медузы. Ладно, короче, давай. Я им не умею играть. Хочу как бы попробовать. Он у меня вообще не прокачан. Он нулевой, получается. Вообще нулевой, короче, он. Поэтому такая вот хрень. Ну, поехали. Длина у него... Ай-яй-яй, мать твою, бляха-муха, я прошу прощения. Я начал прыгать, даже сам не ожидал, что у него такая атака. Получается, он скачет ко врагу. Да, я кинул, короче, куда попало этих мышей. Ай, надо было хоть посмотреть, куда. Ой, баронесса. Да, ребята, выручайте, я потому что... Ну, это я товарищам по команде как бы говорю. Куда я этих мышей кинул, вообще непонятно. Не знаю, я помогаю своим или нет. Я просто нападаю на всех и все. Просто тупо на всех нападаю и все. Вот. Вот что я делаю. Я просто кидаюсь вот на них. Просто на них кидаюсь и все. И все. И... Толку от этого я не вижу, конечно. Вот, знаете, мне нравится девка, которая турели ставит. Вот, вот мне она нравится. Я, правда, не помню, кто это. Короче, баба, она... У нее ульта, она кидает турель, получается. И... Опа. Нифига, мы выиграли. Так, это мне как-то понравилось. Я друзьям, конечно же, ставлю лайк. Вот этот вот... Космонавтик, ну, цветочек такой, типа, я его видел у какого-то игрока, он ко мне на стрим заходил, он со мной играл вместе на стриме, это был мой зритель. Бьянка в коте, я ей вот поставил лейкоцит. Вот. Не знаю, есть смысл чувака этого качать или нету. Но он кидается прикольно, конечно. Да, конечно, он прикольно кидается. Так, ну, я хотел бабу, которая с этим, с турелью. Я, ох, ребята, спасибо за лейкоциты. Так, ищем бабу, баба с турелью. Это может быть... Так, оброк, оброк это у нас ракетчик получается. Ракетный дождь, нет, это не то. А, так, дракон... Так, Нита это с медведем, которая. Барли. Это еще что за хрен? А-а-а! Я знаю, кто это такой. Это артиллерист типа. Огненные бутылки кидает он. Да, она бутылка разбивается. Ну, короче, такой. Джесси? Джесси, может быть? Так, подожди. Пэм? А, это что? А, это толстуха такая, знаю. Беа. О, я за нее играл, помню. Блин, прикольная она, конечно. Блин, она прикольная. Но я не помню, как бы, что она умеет, но мне за нее, помню, понравилось играть. Выпускает рой дронов, которые замедляют любого противника. Так. Очень большая дальность. А-а-а! Она выстреливает один патрон, типа, который является дроном. Да-да, я помню. Так, а Шелли, подожди, а Шелли что? Супер обстрел. Сносит и укрытие, и врагов, выживших отбрасывает назад. Скорость движения высокая, дальность большая, картечь. Шелли выпускает сноп пуль на среднюю дистанцию. Чем больше пуль достигает цели, тем больше урон. Вот так, короче. Ну, Шелли тоже, она прикольная, я как-то ей тоже играл, ну, как бы. Вот, Джесси, вот, да, вот она, нашел. Так, так, значит, так.
Значит так, вот есть на нее вот такой скинчик. Есть на нее такой скинчик, как бы. Так, есть вот оригинальный. Есть она в купальничке. Летняя Джесси. Ну, в память о том, что было лето, я возьму вот ее в таком купальнике. Вот она. Джесси в купальнике. Веселая девушка. Так, мы тут еще... Ага, все, уже разобрались, да? Все, сейчас мы, короче, идем в одиночное столкновение и испытаем ее там. Посмотрим, смогу ли я хоть что-то сделать. Возможно, я буду как крысеныш прятаться, потому что я не умею играть и лезть куда-то к игрокам, которые умеют, я не хочу. Ну, конечно, ящики поискать бы хотелось. Не без этого. О, пузыри у нее. Нифига себе, сказал я себе. Я вот искал, знаете, есть еще такие персы, которые вот, по-моему, не такие пузыри пускают, а побольше. Вот как-то ее пикают в ограбление. Ну, все, понятно, буду знать. Короче, рассказываю. Есть персонаж, у которого вот эти пузыри, вот которые я сейчас пускаю, да, вот, получается, там эти пузыри, они большего размера и долго лежат, и если дотронуться, то урон наносят. Вот такое я что-то видел. Блин, тоже я, конечно, не помню конкретно. В смысле? А, получается, чел завалил того чела, а я завалил чела, который того чела завалил. Нормально, блин, в смысле, как это я первое место занял? Ну, это боты какие-то, наверное, или очень неопытные люди, может быть, какие-то маленькие дети играли, вот, что-то такое, наверное, было. Ну, конечно, звездочку мне хрен дадут нормальную, это же, это нормально. Так, где еще дают баксы? Захват кристаллов. Я не знаю, берут ли эту бабу на захват кристаллов, но это, по сути, похоже на ограбление, захват кристаллов. Там, получается, в центре воронка, из воронки, из шахты выкидываются кристаллы, и чья рожа более наглая, та набирает кристаллы. Но именно наглая рожа и выигрывает. Тузик... Привет тебе, если тебя так зовут. Я вторую часть твоего имени читать не хочу, потому что мне кажется, это неуважительно. А у меня пузырёвка, Не понял юмора. Не понял я юморов. А как это... Нет, стой. А как это я не попал ни хрена ни по ком? О, ребята. С такой игрой сыграть пока, понимаешь, есть люди, которые заходят ко мне на стрим и хотят со мной сыграть. Но, дело в том, что я играю неважно. То есть, я играю хреново. А то есть, простыми словами говоря, я играю плохо. Понимаешь, я играю... Не понял. А как меня забрали? Поэтому, если ты будешь со мной играть, ты будешь терять кубки. Да что такое ты будешь делать, а? Опа, нифига. Вы видели? Наши забрали все. Короче, все, я сейчас кидаю турель. Я сейчас кину ее. Я бросил. Вот все, я бросил турель. Я здесь стою. И толку от этого никакого нету. Мы, короче, все, мы всосали. Так. В принципе, есть смысл какой-то, есть смысл сейчас мне сыграть еще раз за нее. Возможно, будут какие-то сильные ребята в команде, и они затащат. Блин, как так получилось, что я вообще как-то, ну,
просто капец, вообще слабо сыграл. Ну, в принципе, как и всегда. Не, ну, бывает нормально, вот до этого я же первое место занял. Ну, ладно. Короче, о, кактусик мне нравится. Я обожаю кактусик. Я не знаю, что он умеет, но он мне внешне нравится, он танцует. Он мне напоминает, вот в анимешке было «Черный клевер» аниме. И там, получается, кактусики охраняли лес ведьм. Ну, мультик на самом деле серьезный, я просто так рассказываю. Кажется, что, ну, это был детский, но на самом деле ни хрена он не детский. Это нормальный мультфильм, и «Черный клевер» — это тот аниме-мультик, который рассказывает о человеческом превосходстве над обстоятельствами. То есть железная воля некоторых людей, она, получается, дает возможность главному герою быть на высоте. 2к лайка, спасибо! Помогите Криперу поставить мне лейкоциты! Есть! Все, пошел обратный счет. Ребзя. Я хочу кристаллов поболее. Ёперный театр. Ё-моё. Так. Так, ребята. Так, сейчас. Я стою, короче, я на яме, на яме, стою на яме, на яме, на рояле. Блин, какое западло. У меня выпали все кристаллоиды мои. Скотство то какое, ребята. Посмотрите, какое подлое. Подлое скотство творится. Есть, мы победили. Хершик Йоли, вкус победы. Мне, конечно же, понравилась эта схватка. И смотрите, какой у меня крутой был игрок. Он умочил, короче, 7. Блин, вообще офигеть, просто круто. Ребята, все, которые хотят со мной поиграть, я вам что хочу сказать. У вас у всех крутые аккаунты, вы прокачанные. Вы когда ко мне заходите, меня закидывают к сильным, и я просто играю как жопа кенгуру. Понимаете, в чем дело? Голем летоючный. Голем. 2к лайков. Сможешь после этой катки создать код команды, я присоединюсь. Я объясняю, что вы крутые, понимаете? Вы крутые, и из-за вас меня будут кидать к очень сильным игрокам. Я могу такие же ранги брать, не будем. А, ну я понял. Вы говорите про... Тапайте. Да, ребята, тапайте. Так, ребята, так, я сейчас, короче, смотрите... Я сейчас пойду, не понял, а вот это вот я не понял, а почему уже нету таких, уровней, за которые дают эти зелененькие денежки, за которые потом открывать можно губку Боба? Блин, хотелось бы, конечно, губку Бобуса себе поиметь. Так, это дуэли. Почему меня вот так вот бросают? Ну, на дуэли, наверное, ее нельзя брать. Может, и приму взять на дуэли. Он не накачанный, правда, у меня. Вот, кстати, если что, то губку Боба дадут потом за Эль Прима. Ну, это если все хорошо. Ух ты, смотрите, он такой вот, костюмчики нормальненький такой есть. Ну, мне, конечно же, нравится. Вот он где-то тут был. Сейчас я покажу. Вот он. Вот такой мне нравится, Эль Прима. Король. Классно выглядит. Но у меня на него ни хрена нету, никакого скина. Даже вот самого занюханного, самого... Так, кто там? О, спасибо тебе за подписку. А, раз в день. Ну, спасибо, Тузик, за то, что ты мне подсказал. Смотрите, у меня получается вот и таких даже денег нету, этих игрушечных вот этих вот денег.
Блингов у меня нету. Да. Всем спасибо за лайки, ребята, кто еще остался. Интересно слушать меня, ну хорошо тогда, блин, хорошо. Ну что, сходить на дуэли на эти, что ли, блин? Я, наверное, всру там, конечно, там один на один надо. Ну, у меня ближник. Как бы, и если я буду играть за ближника, мне надо добраться до своего соперника будет. Жизней, наверное, у Эль Прима хватает. Опа, рубка пошла. Есть, я победил. Хи-хи-хи-хи. В магазине там, где подарок. Я, по-моему, там был, но сейчас зайду. Бах. Короче, развалил. Нифига себе, сказал я себе. Так, ладно, вот у меня есть вот такая вот штука, это ульта. Я сейчас ей промажу. Естественно, нет, зацепил. Да! Блин, я продул. Фух, так, я сейчас буду за кольта играть. Спасибо тебе за лейкоциты. Ставь лейкоцит и помни старую школу. Отлично, я победил в дуэлях, охренеть. Охренеть, я поставлю лайк своему сопернику. Нет, не могу. Если б мог, я бы поставил. Охренеть, ребята, просто капец. Я думал, что в этом режиме все, мне кранты будут. Я думал, что мне капец настанет в этом режиме. Короче, что еще есть за режимы? Ранговый бой, это что такое? Это, я не знаю, что такое ранговый бой. Посмотрю, сколько жизней у Эль Прима. Может, качнуть Эль Прима? А, магазин. Ой, прости, я забыл. Так, стой, подожди. Так, магазин. Сейчас я сориентируюсь. Вот он. Вот магазин. Так, тут есть подарки. А, вот они у меня получены. Некоторые, а некоторые нет. Вот еще. Не ниже 9 силы. Так. Крабсы. Я зарабатываю крабсы. Зарабатываю, ребята. Крупсы. Девять часов до акции. Блин, спасибо тебе. Блин, ребята, спасибо вам большое. Я даже не ожидал, что такое большое количество денег может быть здесь, в этом магазине. Так, а подарок дня? Так, ну, блин, конечно, не понял. Сейчас, секундочку, куда это я нажал? Это подарок дня, так, оформление. А, это просто я перемещаюсь по магазину туда-сюда. Я просто перемещаюсь. Блин, мне бы денег задонатить, тогда бы у меня было этих зеленых бабулек намного больше. Так, как говорится, сюда я не могу нажать, да? Нет. Так. Слушайте, а кто это такой красивенький? Это кто такой? Боец? Гром. А, это... Я понял, это персонаж. Это не скин никакой. Фу, вот этот прикольный, мне нравится. Пингвинчик. Короче, тоже классный мужчина он. Офигенно, конечно, мужчина. Так, это что? Это у нас на Ниту скин. Сиба Ину на Ниту. Брать, не брать, блин. Собаку эту брать, не брать, блин, не знаю. Так. Довольно сложно. Не, сложное мне точно не надо.
Жаль, конечно, что больше я пока ничего не могу взять. Ну, ладно. Сейчас что мы делаем? Есть магазин, специальный магазин. Это магазин Крастикрабовский, но у меня тут ни на что не хватит, потому что у меня 2170 только. 2170. Скидка 75. Ну, как бы да, выгодно, я согласен. Но это речь идет про, ну, как бы, Маниту скин. Как бы, ну, он неплохо выглядит, конечно. Бабок жалко. Но выгодно, да, это действительно выгодно. Так, ну, тут из серьезного... ну, вот видишь. Бравл Мил. Это три... Чё? Бравл Мил. Ну-ка, я почитаю, что мне пишут, ребята. Три дропа. Стардропа, либо накопить... Он не очень красив, на что-то более круто. Ну, согласен, да. Согласен. Блин, три стардропа, как бы, это же тоже хорошо. Три стардропа, это прекрасно просто. Это прекрасно. Тут есть и на 10 стардропов. Ну, конечно, как бы, кактусиха, вот тут есть кактусиха такая. Потом, ну, конечно же, хотелось бы планктона забрать. Но планктон, он просто стоит космических денег. Он космических денег стоит. Сейчас я зайду в клубешник и посмотрю, что я сделал для своей... для своего клуба. Да, конечно, не густо я тут у них. Да, ну, есть люди и похуже, которые... меньше сделали. Так, ну, банку мы еще не собрали. Получается, у нас нету даже половины того, что нужно собрать. Но если я сейчас уйду из этого клуба и пойду куда-то в другой клуб, то я потеряю, как бы, то, что имеется. Вот. У нас осталось 7 дней. Блин, спасибо за лайки, конечно. Я не ожидал, что один человек может столько лайков поставить. Да, не ожидал. Что, клубы? Когда происходит событие клуба, невозможно покидать. А, все, окей. Я как бы не хочу покидать. Я хочу для этого клуба что-то сделать, но боюсь, что не успею просто заработать на губку Боба. Ну и, блин, фиг с ним. Не смогу. Так, короче, поехали. Подожди. Поехали в ранговый бой. Можно взять кактусиху. Что кактусиха умеет? Она на 3 секунды кидает растительную броню, уменьшающую получаемый урон. Также обрушивает на противников серию мощных техничных ударов. Ну, блин. Она ближник, ребята. Это плохо. Так, захват кристаллов. Что тут мы делаем? Мне как бы нравятся индейцы. Ну, я не знаю. Нам, короче, я так понимаю, это драфт. Это типа драфт. Надо было Бо брать. Я люблю Бо. На самом деле. Но я думал, типа, выбрать кого-то более эффективного. Но мне кажется, я просчитался. Опа, я кристалл украл и тут же уронил его. Ребята, я не успеваю читать ваши сообщения. Интересно, чья это хреновина пошла? Моя, не моя? Подождите. Моя кактусиха кидает кого-то? Я что вообще... А, подожди, так это же у меня Нита, ёперный театр. Фу, блин, и какая кактусиха? Я Ниту ж взял.
А чего я лезу, ребята? Кристаллы у нас. Рандом, рандом, да-да-да, я понял, понял, рандом. Я про рандом понял. Спасибо за подсказочку. Да-да-да-да. Фух. Смотрите, нифига себе. Вы видите это? Я сейчас лайк поставлю, короче. Вы видите? Паучиха какая-то. Я такого не видел еще ни разу героя. Короче, чувиха на паутинке спустилась. Офигеть, я такого не видел. И у нее типа игрушка йо-йо. Ну, паучок типа. Офигеть. Ну, правда, она ничего не сделала для нашей команды. Она слилась 4 раза. Но как герой прикольный. Вот эта баба какая-то тут. Боец Чарли, мифик. Слушайте, а есть еще тут градация бойцов? Я играю, ну, как бы, ну, не так давно. Да, ну, спасибо, спасибо, что я хорошо отыграл. Так, вот смотрите, есть у меня вот такой чувак, толстячок. Его Бас зовут, как бы. Он мне внешне нравится, но я за него играть не умею, но как бы он прикольный. У него дальность атаки малая, он торпеду бросает. Ну, прикольный чувак такой, конечно. Как бы... А, еще вот я хотел узнать, да, мифический убийца этот боец. А Бо, это у нас кто? Бо эпический. То есть Бо, он по рангу чуть-чуть меньше. А Джеки, это просто сверхредкий танк. Она просто танк. Что у нее... Так, бурит в земле яму, затягивает туда врагов, которым предстоит познакомиться с ее отбойным молотком. Интересно. Ну, она такая, знаете, такой среднячок, как бы. Вот мне Бо очень-очень нравится. Бо. Но за него сложно играть, но он мне очень-очень нравится. Очень нравится. Можно ему... А, не, ему нельзя ничего купить. Я ему хотел купить что-нибудь, наверное, ничего нельзя. Бас довольно легкий боец, так как у него ульта, которая, если попадает в противника, то подтягивается и станет. Вот можно за Бо поиграть, можно за толстячка поиграть за этого, за База. Так, а что это такое, кандидаты дня? Это что за хрень? Вот есть тут нокаут. И есть тут нокаут какой-то. Ну, давай попробуем сюда сходить. За двоих, ну да, можно. Ну, я за толстячка потом, короче, сыграю. Люблю толстячка этого. У меня еще на него такой скинчик, как бы дешевенький есть, но хоть что-то. О, у нас чувак на губку Боба похожий. Такой, типа, старый игровой автомат. И кротик. Миньончик. Миньончик. Ой, миньончик. Блин, крипер, короче, лупензит лайки в одно лицо, 5000 лайков. Ну, я как-то был на трансляции, ASMR, там, короче, девка вела трансляцию, и я ей налайкал, не помню, 400, что ли, тапов. Это карты, созданные игроками. Ну, блин, вроде ничего. Вроде ничего так. Тупо в никуда бросил. Тупо ульта в никуда улетела. Спокойно, спокойно. Блин! Ёперсоты, я его не заметил. Как я его мог не заметить? Ёперный театр. Так. Ого, даже карта может официальной стать, охренеть просто, блин. Повезет тому, кто создаст такую карту, которая станет официальной. Так, кого-то мы забрали, но сейчас уходим, 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 иначе конец будет там. Так, я пока тут присяду. Блин. Я не попадаю ни в кого.
Так, короче, осталось совсем чуть-чуть. Фух. Фу, блин, жесть. Я пропотел просто как свинья в этом матче. Я жутко пропотел. Капец, я мокрый, блин, жесть. Я переволновался жестко. Короче, так, кому ставим лейкоцит? Лидеру по исцелению ставим. Это миньончик. Ну да, так получилось. Видите, индейцы этого дали. Так, сейчас. Я, как и говорил, я буду брать для этого боя толстячка. Он мне тоже нравится. Внешне, чисто внешне. Я не знаю, не помню его функционалку. Вот. Не знаю, качать его, не качать, блин. Ну, как бы. Я помню, с моим родственником играл вместе, и за толстячка я играл, короче, ну, хреново я играл, плохо получалось, короче. Вот. Но, как бы, я за него играл, да, за толстячка. Блин, СПС за лайки, лютая СПС. Ну, он внешне нравится, но по игровому процессу я не умею. Я помню, что я, ну, как бы плоховато вообще. Но я как бы и так не особо. Ну, тогда вообще плоховато играл. Блин, вот это... Сейчас мы играем на карте. Это реально карта, созданная игроками. Блин, она круто выглядит. Очень круто. Короче, я рассеял свои атаки все в никуда. Просто в никуда, блин, жесть. Все, я вспомнил этого чувачка, только вот ульту не помню я его, не помню его ульту. 8 бит, один против троих остался. Шансов у него, конечно, ноль. Ему надо бежать сейчас, ждать перезарядку. Пытаться забрать пока хотя бы, чтобы потом проще было. Ну, знаете, для одного он еще долго держится. Все, втроем зажали. Жопа ему сейчас. Жопа. Но это, в принципе, ожидаемо, потому что он один не мог против троих ничего сделать. Ой, красиво, хорош. Нифига себе. Бас заряжает ульту, просто находясь рядом с противником. Вот себе и толстячок. Блин! Мы всрали. Мы проиграли. А у нас 8-битка получается лидер по урону. Я как бы... Ну, видите, этот толстячок, он прекрасен, конечно, но, блин. Ладно, короче, так. Давайте что? Ну, попробуем за пингвинчика. А, стоп, народ, еще что хотел узнать. Вот смотрите, у меня получается тут один из семи, это как, это типа чё? Один из семи. Один из семи — это ранги прокачки вот этой опции, как бы. Тренировку на бойцы и понять, что он делает. Ну, отличная идея, кстати, да, вот. Да, можно еще и так. Можно и так еще играть, как бы. Так, ладно, короче, пошли за пингвинчика. Сейчас мы опять попадаем на карту, сделанную игроками, как вы же мне объяснили. А что это так долго подбор идет? Ну, обычно в Brawl Stars подбор идет всегда очень быстро. Вот за что я еще люблю эту игру? За то, что идет очень быстро подбор игроков. Так. Так. Обратите внимание, насколько хорошо другие игроки делают карты, они продумывают портальчики всякие. Ну, прикольно, прикольно. Видите, заборчики тут. Рожь. Ну, видно, чувак, видно, заморочился. Видно, что заморочился. Нет, не бей меня, пожалуйста, дяденька.
Блин, да чё я такая косорылая свинина, а? Да ну что за хрень, а? Собака меня наколол. Да, короче, жопа жопная. Так, ладно, 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 пойду. Пойду по прямой попробую сходить. Да ну нафиг, я что, забрал кого-то даже? Охренеть. Уйди от меня нахрен. Не понял. Не понял. Не понял. Подождите. Мой челик выпустил какую-то хрень, которая начала набрасываться на людей. А вот этот маленький, он, по-моему, еще плеваться. Он родил кого-то. Да что здесь происходит? Он кого-то родил. Что это за хрень? Так, подожди, подожди. Это станция пингвинов? Подождите, я сейчас, короче, я почитаю про эту ульту. Статейку почитаю, потому что непонятно. Пойду опять по этому же сценарию, по прямой. Блин. Все, мы всрали. Мы всрали. Мы всрали. О, еще вот этот мне нравится. Он бумеранги кидает. Вот этого еще люблю, чувака. Блин, жесть. Ну что за хрень, а? Вот же жопонюхи. Так, все, я сейчас буду читать статью про пингвинчика. И... Ну, лайк этому матчу я ставить, конечно же, не буду. А, это можно проголосовать за карту. Понравилась ли мне карта? Да, карта мне понравилась. Я поставил ликаться. Так. Почитаем статью. Почитаем статью. Значит так, служба доставки. Мистер Пи разворачивает базу роботов-носильщиков. Он перепрограммировал этих маленьких роботов с пингвиньими головами так, чтобы они нападали на соперников и буйных гостей. Уровни в сезоне. Да, это надо сделать. Я тоже заметил, что там тоже... Да, ну немного так я накопил, конечно. Было бы неплохо задонатить, конечно, но у меня бабок нету. Ни хрена. Опа-опа, ребята, мифик, мифик, мифик. Ну, мифик. А, кстати, что более редкое, мифик или лего? Кто в курсе? Лего или мифик? Лунтик. А, лего, лего круче, лего круче. Ай, тогда тут будет фуфел. Гаджет для мистера 8-бита. Так. Ну, в принципе, могло быть и хуже. Могло быть и хуже. Конечно, хочется всегда персонажа. Ну, естественно. Так, гаджет, гаджет. Почитаем, почитаем. Чит-картридж. 8-бит мгновенно телепортируется к усилителю урона. А, я понял. Он, короче... Так, бонусные очки. Количество снарядов в следующей атаке увеличивается до 18. Блин, вот эта хрень, мне кажется, покруче будет. Вот эта хрень реально будет покруче. Ее надо забирать. Не, смотрите, 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 смотрите. Телепортируется к усилителю на... А, ну я понял, что мне хотели объяснить. Но я, короче, вот эту хрень возьму. Она, получается, количество снарядов увеличивает. Вот с ней попробуем сходить. Куда мы попробуем сходить с ней? Опять сюда же пойдем. Так, кстати, сколько там... О, мама ми, у меня телефон перегревается, ребята. Так, у меня перегревается телефон. Так. Так. Ну что, поехали.
Поехали, короче, сыграем опять на карте, которую придумали игроки. Прикольная, прикольная карта. Прикольная карта тоже. Я понял, хороший совет. Если подойдут близко, то надо использовать вот этот вот гаджет. Гаджет. О, спасибо за совет. Вовремя. Вовремя, вовремя. Вовремя посоветовал, но, к сожалению, я не был настолько хорош, чтобы одержать верх в этом бою. Так. Так, так, так. И что это было? Короче, в одно лицо наш накачанный Эль Примо забрал целую толпу. Мы всрали. Мы всрали, короче. Блин, 6к лайков. Спасибисимо, друже. Ну да, 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 да. Мы слились. Мы слились. Я поставлю этому, похожему на губку Боба, лайк, потому что он хорошо сыграл. Так, карта. Нравится ли мне карта? Ну, блин, нормальная карта. Как бы я поставлю лейкоцит. Вот, я лейкоцит поставил этой карте и пойду еще раз, схожу еще раз, блин. Хочу, чтобы дали каких-нибудь пареньков, которые затащат за меня. Как это я люблю. Не, ну а кто не любит? О, тут сплошная трава, мне такие уровни не нравятся. Уровень должен быть продуман, а здесь вот просто уровень какой-то, ну, сумбурный. Он нелепый, нелепый уровень, он нелепый. Вот просто, просто рожь какая-то тут, ну, блин, это ж бред. Вот мы идем, да, да, мы идем. И сейчас кто-то портанется туда, а мы зря идем, получается. А, блин, я, короче, не на того смотрю. Иду, думаю, что это я, короче. Вот этот вот человек, как бы, ну, на фигурку на свою не смотрел, короче. Так, ясно. Я через барьер бить не могу. Тут, кстати, еще лечебки есть, как я понял. Ах ты ж, скотина, убежал. Там газ! Газ, мазафака! Но мы выиграли. Мы выиграли каким-то непостижимым образом. Что это было, блин? Это что за карта? Так, я ставлю звездному игроку своему Лукас. Конечно же, он заслужил Лукас. Вот, ну а карта, карта, конечно, мне такая не понравилась. Она, как бы, блин. Не понравилась, не понравилась мне эта карта. А что, что у меня внизу справа? Это мы. Было близко. Так, ребята, короче. Ну, вы хотите со мной поиграть. Вы сами напросились. Я вас предупреждал, что не надо со мной играть. Но вы, так как вы напросились сами, я создам команду. Если вы захотели слить кубки, сливайте, пожалуйста. Сливайте. Мне не жалко со мной, как бы, ну, поиграть, потому что я знаю, что все, кто ко мне приходит, у них у всех крутые прокачанные аккаунты. Это во-первых. Во-вторых, я играю, ну, как бы, не так часто тренируюсь, да, и поэтому я не очень хорошо играю. Вот. Привет, привял. Так, а это кто? Это кто у нас? Получается, это у нас, получается, кто? Это кто-то, ну, я понимаю, что это со стрима человек зашел. Вот. Это Крипер или Тузик?
Ждем еще одного, получается, так выходит. А, это значит, Тузик зашел. Так, все, сейчас мы его будем проверять. Мы сейчас посмотрим его профиль. Ну вот, я же говорил, в ранговых боях у него, видите, какие рекорды. И очень крутой скин на кого? Чувак с базукой, чувак с базукой. Ну, прикольно, прикольно, конечно, все тут. Трофеев дофига. Цепочка побед 16 тоже очень неплохо. У меня маленькая. А, у меня тоже 16. Вот, у меня как бы, ну да, у меня, конечно, ранговые бои тут все похуже. И трофеев поменьше. А, я понял. Это Тузик. Хи-хи-хи-хи-хи. Так, так. Крипер. А, что, все, мы вдвоем? Ну ладно, окей, тогда. Поехали тогда вдвоем. Нахрена я 8-бита выбрал? Ну ладно, пускай будет 8-бит. Но я как бы ни за кого особо играть не умею. Я пошел, короче, с своим корешем, Тузиком. Конечно, бы хотелось еще Крипера увидеть в деле. Ну, если, Крипер, если тебе не жалко своих кубков, если ты можешь зайти, заходи. Я просто вот со своими зрителями играю и проверяю их в разных дисциплинах. В футболе. Ну, вот смотрю, как бы, как они будут выживать. Вот сейчас в нокауте. Мне как бы кубков не жалко. Я как бы, ну, не жалею кубки. И поэтому как бы мне пофиг. А что это за увеличительное стекло такое? Лупа какая-то увеличится. Блин, сливки шоу. Я слился. Ну, я, блин, я предупреждал. Блин, да жопа такая, а? Ну, окай. Окаюшки. А, так, нас, походу, крутым кому-то кинули, да? Так, окей. Надо выбрать кого-то другого. Не знаю, хорошая это затея или нет. Так. Ребята, кого можно в Brawl Ball взять? Кого лучше взять в Brawl Ball? Ну, не 8-бита, я думаю, да? Хотя, может и 8-бита. Танка, брат, надо. Окей. Танка, значит, просто тупо не думая брать танка. Давай, короче. Раз уж я ее возьму, эту телочку, может ее качнуть? Так, ладно, я просто ее возьму. Качать ее пока я не буду. Просто взял и все. Так, мяч по центру. Все внимание на мяч. Ну и против нас и брюлики. Ну, жесть, просто жесть. Короче, сейчас они будут нагибать. Блин, нафиг я туда полез, но скажите мне, пожалуйста. Может, на воротах постоять? А, есть смысл? Блин, скотобаза. Ну, я пытался. Я стоял на воротах, кстати. Я пытался.
Он что, с мечом бегает к своим воротам? Хы-хы-хы-хы-хы. А, не, нифига. Отфутболил. Оп-оп, мизантроп, оп-оп, мизантроп. Скотина. Забрала, блин, меня с болота. Я на раме, я на раме. Я с Чиюно раме. А, короче, это баба. Япончик. Я выбил, я выбил. Ах, скотобаза, мы мяч уже почти завели в ворота. Блин, красиво сыграл. Я не заметил, кто это. Но офигенно сыграл, просто офигенно. У них минус игрок. Ну я игрока забрал, я не знаю. Как бы... хоть маленькое преимущество для наших. Может быть, это дало какое-то, может, нет. Ах, сволочи. Блин, мы на один мяч отстаем. Это хреново. Забрали мяч у нас. Напряженная борцуха, конечно. Тут могла быть ничья, но, к сожалению, не получилось. Давайте еще разок сходим. Блин, прикольно было, прикольно. Ну, можно сказать, почти равная борьба. Ух ты, офигеть. Подождите, это же скин короля. Это же скин короля. Охренеть. Это, получается, кто у нас? Ну, этот, блин, как его, Эль Примо, что ли? Что-то я не узнаю его в гриме. Короче, у чела скин короля. Не, подожди, а кто это такой? Не, нифига. Это кто такой? Кто это? А, Рика. Сейчас, подожди секунду. Я... прочитаю про него информацию. Так, где он? Где он? Где Рико? Я что, его пролистал, что ли? Нет? А, вот он. Ясно, короче, это вот такой вот челик. Он является уронером. Уронером является он. Так, смотрите, есть у меня еще вот такой вот хрен. Но он убийца, он нам не подходит сейчас. Мне посоветовали брать танка. Брать танка. Толстячок — это не танк. Так, Джесси. Джесси — это тоже не то. Эль Прима попробовать, блин. Или уже не рисковать ни хрена, блин. Даже не знаю. Так, ладно, короче, я пойду этой бабой. Может, мы когда-нибудь и выиграем. Обратите внимание, вокруг этого скина Рика... О, кактусик мой любимый. Обожаю кактусика. Не знаю, как его зовут даже. Но у меня его нету, конечно. Хотелось бы его получить. Блин, он так классно дэнсит. Он танцует просто. Блин, я обожаю кактусика. Вот мне нравится этот толстячок, как я его называю. Я не знаю, как его правильно. Не понял. Не понял юморок. Что-то я юморочек не понял. Кто-то забрал, а я даже моргнуть глазом не успел. Ух, красавчик. Комарик, а кто такой комарик? Комарик это случайно не... Это случайно не крипер? А, я прошу прощения, я заговорился. Нет, не забивай, пожалуйста, дяденька, я больше так не буду. Блин. 1-1. Все, короче, будем отделять мужчин от мальчиков.
Не получилось в этот раз. Ну, в принципе, как и всегда. Кактусик, ты где? Отлично, красавец. Супер, супер. Так, мы испытали сейчас Тузика. Надо его похвалить, конечно. Мы сейчас его испытали в режиме футбольном. Так, а сейчас я его испытаю. Я его сейчас испытаю. Знаете где? Давайте мы с ним сходим в парное столкновение. О, нет. А, не, не получается. Надо же только по трое, по трое. Так, ограбление можно втроем или не? Ограбление можно втроем, да. Вот я помню, за медведицу играл, но только она... Я вот не знаю. Так, за эту нельзя, это стрелок. Ну, мне, по крайней мере. Нита, она не является танкистом, как бы, да? Ну, попробуем, попробуем. За... А, подожди. А может быть две Ниты в команде, наверное, не может быть такого. Кактусик. Ай, кактусик. Блин, как бы хотелось мне тоже кактусика иметь. Жаль, что у меня его нету. Я вот, если его получу, потренируюсь за кактусика поиграть. Прикольно выглядит еще, прикольно. Танцует прикольно. Вот я, правда, не знаю, как он в игре. Если стоять его не трогать, он тоже танцевать будет так. Интересно просто. Он и ходит прикольно. Ой. Ой-ой-ой. Так, забрали кого-то. Кого-то вымучили. Вай! Так, надо, короче, как-то пройти. Надо как-то пройти мне до сейфа и бросить медведя. Охренеть, это просто жесть. Бедный вражеский сейф. Что мы сделали? Так, комарику поставим лайк. Ну, я ему как бы больше лайк поставил за этого персонажа, за кактусика. Ну, все хорошо играли, конечно. Тузик тоже как бы отличился. Ну, я не могу сказать, что я там особо что-то сделал. Блин, смотрите, какой он прикольный. У него цветы растут из головы. Вот чисто как настоящий кактус. Прикольно. Смотрится вообще круто. Можно еще... можно еще Нитой. Нитой. Ой, какой говорю Нитой, блин. Я вообще не про нее думал. Я думал про бабу, у которой на руках кактус. Где-то она тут была, блин. Так, это, ну, такая, она тоже типа танк вроде. Шелли, что ли? Не, нифига, не Шелли. Толстуха такая в очках. Да, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она, короче. Вот. Комарик выбрал медведицу. Вот знать бы еще, кто это такой комарик. Это просто чувак какой-то. Или же кто это такой? Блин, 5к лайков. Ёпарасоте. Это крипер все делает или кто, интересно? Так, короче, идем флангом. Не знаю, кого-то забрали, мы кого-то не забрали. Да, забрали. Ой,
Жесть, что происходит вообще? Что происходит? Что с этими ограблениями творится? Так, поставим сейчас вот кому лайк. Так, и что? Мы пойдем сейчас будем испытывать. Испытаем. А Тузика сейчас мы испытаем. Испытаем в режиме захват кристаллов. Захват кристаллов. Крипер? Это он? А, так по сути-то другой. Другой никто и не может быть, что я туплю. Мамма мия, Санта Лючия. Я прошу прощения у вселенной за свою тупизну. Я даже не понял, что как бы этот чувак, он не мог левым быть. То есть левый никакой не мог зайти, потому что код комнаты надо знать. Хотя мог кто-то зайти со стрима еще, там еще ж пару человек. О, пузыри, пузыри. Пузыри, это чьи пузыри? Кто напускал пузырей? А, это напускал пузырей комар. Мамуля, я убежал. И, блин, мне страшно было. Я убежал, но толку от этого. Толку не было. Блин, нас пока гнут. Нас гнут пока, но это ничего не значит. Японский глаз. Что происходит? Короче, я иду под дырку и кидаю ульту на себе. Все, меня мочканули. Жесть, у меня, конечно, танк не ахти. Блин, ребята, прятаться надо. Так, кто такой толстяк? У кого так много кристаллов? У комара дофига кристаллов. Комар, пожалуйста, живи. Укусит, как комарик. Как говорят. Укольчик сделайте, как комарик укусит, совсем будет не больно. Блин. Блин, пока что... Так, так значит я их двоих буду сегодня испытывать в разных режимах. Так, мы сейчас вот в футболе были, в ограблении были, в нокауте были, надо еще где-нибудь испытать их. Мы победили, ей! Они тащат, короче, я просто бегаю сам себе. Ай, ё-моё. Да ладно, какой лайк. Ай, ладно. Ну, спасибо, конечно, за лайк. Я не могу сказать, что там что-то я там показал. Ни хрена особо я не показал. Я растерялся, как бы. Так, сейчас мы их будем испытывать. Так, в нокауте мы не были, были. Пошли, короче, в нокауте их испытаем. Посмотрим, как они будут себя вести. Так, кого мне взять? Кого мне взять, блин? Бело взять, что ли? А давай нафиг возьму, рискну. Как бы, ну, они же нормально будут тащить, правильно? Ну, это я к тем обращаюсь, кто смотрит это сейчас или будут в записи смотреть. Мои товарищи по команде будут тащить, а я так, ну, чисто. Ну, буду пытаться, конечно, что-то тоже делать, как бы. Сейчас будем... Сейчас будем смотреть, как они будут выживать. Не понял, что это было. Что это было вообще? Я вообще ни хрена не понял. А один, получается, вообще ушел? Тупо ушел. Он, короче, взял и завалил кого-то там. Я не знаю вообще, что произошло. Может,
Блин, было бы неплохо на повторе посмотреть, вот как он туда пошел и начал бить всех. Блин, комар вообще какой-то монстр. Так. Так, сейчас мы, короче, еще пойдем и будем их испытывать в режиме, где игроки делали карты. Если так можно, конечно. Кандидаты дня. Вот сейчас мы там их испытаем. Ну ладно, давай, раз эту бабу я уже выбрал, ну хорошо. Я же про ее ульту не почитал, совсем ничего. Выпускает трое дронов, которые замедляют любого противника. А, ну, блин, ладно, хрен с ним, короче, ладно. Ладно, я взял ее, взял. Все, короче. Пошок, но дело в том, что ты не сможешь зайти, у нас уже фулл команда, фулл пак, фулл прайс. Вот это люди, которые смотрели на стриме меня, и они вот сейчас зашли, но они как бы более крутые, поэтому они нагибают. Ну а я как бы тоже пытаюсь нагибать, но не всегда получается. Точнее сказать, что всегда не получается, а иногда получается. Как-то так. Ну вот они сейчас вдвоем, блин, ну не знаю. Вдвоем, конечно, тяжело. Так бы хоть на меня отвлекались те, ну, враги. А им придется сейчас вдвоем против большего количества игроков сражаться. О, сейчас вообще один остался. Это получается Тузик сейчас рубится. Тузик рубится сейчас. Эх, ребята, ставьте лейкоциты моим смелым товарищам по команде. Они заслуживают реально. Блин, страшно, капец, вообще туда подходить. Вообще страшно. Жесть. Я не знаю, блин, страшно. Охренеть, как страшно. Подожди, а что, у меня пуля через... преграды летит, что ли? Что-то я недопонял. Да, не может такого быть. А, он стоит, короче, возле этого. Возле лечебки. Чел, короче, возле лечебки стоял. Меня хочет достать. Смотрите, один из них отвлекся и хочет меня достать. Хи-хи-хи-хи-хи. А-а-а! Я отравлюсь! Офигеть, они, короче, замочили всех. Пока тут на меня отвлекался челик вражеский. Они, получается, взяли и завалили. Они завалили, короче, всех. Нас сделали. Ну, короче, блин, я перса выбрал вообще левого. Этим персом просто нереально там что-то сделать. Лейкоцит, конечно, по-любому. По-любому лейкоцит. Так, карта, ну, какая-то, ну, не особо была, конечно. Так, надо выбрать кого-то другого. Бычка, может, взять. Так, бычок, он бросается, опускает голову, бросается, короче. Он у меня слабый, ну, а хрен с ним, ладно, давай, пошли. Ребята, предупреждаю насчет кубков, кто со мной играет. Если вы меня слышите, то, ну, как бы, про ваши кубки... в некотором количестве можете забыть, потому что я как бы, ну, вы понимаете. Далеко не профессор в этих играх. Вот здесь эта карта тоже прикольная по-своему. Это чистое поле, в котором герои показывают свои навыки. Офигеть, я не подойду просто. Да, я даже, наверное, не выстрелил ни разу. Короче, тут ближника брать было глупое решение. Но мы ж не знали, какая карта будет, правильно? Их обошли просто сзади. Без шансов, обошли сзади чисто.
Да, тут, конечно, Була было выбирать, это просто, ну, затея вообще глупая. Тут надо что-то такое, да, дальнобойное, но, как бы, дальнобойного брать, это хорошо, но, опять же, надо и прикидывать на то, что может быть такая карта, где придется в ближнем бою схлестнуться. Охренеть, они что, выиграли, что ли? Жесть, как? Короче, просто тупо побежал на них, ни капли урона не нанес, вообще ни капли. То есть ульта как бы... Жесть. Ладно. Ладно, попробуем дальнебойщика взять. Ну, карта прикольная. Я поставил лайк этой карте. Грифа взять. Ну, у грифа, блин, ну, дальность большая. Попробовать грифа взять. Не знаю, наверное, тоже тупая идея. Ну, ладно. Да, короче, пофиг. Чисто пойдем сливать куб. Ну, блин, может и не повезло с картой, как бы тоже. Может быть, это замечание и правильно. Уважаемые господа смотрящие, ставьте лейкоцит и помните старую школу. Я не справился со своей задачей. Ну, пока что 1-1. А моих парней завалить очень сложно. Они себя показывали шикарно во всех матчах практически. Особенно мне понравилось ограбление, конечно. Это было нечто. Ну, сейчас надо было бы мне тут уже как бы что-то из себя выдавить. Личинку. Блин, я ультанул или нет? Даже не понял. Ха-ха-ха. Блин, круто! Есть, завалил! В одну харю завалил, короче. Неплохо, неплохо, неплохо. Это, конечно, лейкоцита заслуживает. Так, ёперный театр, уже, блин, 2 часа, сколько, карта, ну карта, да, хорошая, я поставил лайк этой карте. Так, так. Так, давайте, ой, не, подожди, не, сейчас мы кого-нибудь другого выберем. Кого же мы выберем? Пап, ну Пэм нет. Может, Пока? Нет, Пока тоже вряд ли. Кольта взять, что ли? Попробовать. Давай попробуем кольта. Ранговый? Ну, давайте тут попробуем выиграть кого-нибудь. Может, получится. Хотелось бы, конечно, тут одержать победу тоже. Но мне понравилось, что вы постоянно выигрываете. Так я и думал, может, у вас как-нибудь вдвоем получится против троих сыграть. Ай, блин! Клинтон. 1-1. 1-1, точнее. Ну, счет вообще 2-2 по киллам. И сейчас вот посмотрим, что у нас получится. Тяжело, тяжело ему, конечно, будет.
Офигенный герой. Интересное, интересное оружие такое. Ну, я про нашего, про комара. У комара офигенный герой. Прикольные атаки. Или может это скин на кого-то, я даже не знаю. Спорные, спорные такие идут перестрелки. Сейчас бы комару, конечно, пробраться как-то к... Мы выиграли. Прикол. Блин, хрень полная. Я уже думал, я завалил. Опять один на один. Против губки Боба. Мамма мия, я только сейчас увидел, как губка Боб выглядит. Но лучше бы, конечно, на него посмотреть в меню. В меню он был бы красивее намного. Он лечится, лечится. Губка Боб лечится. Вы видели, какой коварный чувак? Он копил ульту. Есть. Он еще и лайк успел поставить. Прикольно, прикольно. Так, так, ну блин, комар, конечно, комар рулит. Так, карта, карта, нравится ли мне эта карта? Блин, даже не знаю, нравится ли она мне. Ну, пускай будет. Так, что там дальше? Мы хотели... Так, ну, дуэли нам, естественно, нельзя. Ранговый бой. Но тут получается, что в ранговом может попасться неизвестно какой режим, видимо, да? Бравл Болл, 3 на 3. А карта эта создана разработчиками или игроками? Вот это интересно. Да, вот это интересно было бы, конечно, узнать. Нахрена я ее взял вообще, объясните мне. Может, не стоит? Ладно. Ну, Бо, как бы, тоже такой себе, блин. О, кактусик. У игрока с ником Кратос. Кактус. Кактус. Комар рулит. Хи-хи-хи. Да, я их уже во всех режимах испытал, и они хорошо себя показали. Медведика я успел запустить. Не, ну это просто, это было бесподобно, просто. Просто бесподобно было. Ну, конечно, тут лейкоцит, однозначно. Однозначно. Ребята, у меня телефон перегрелся, а я еще хотел одно дело сделать тут. Ладно, сколько мы еще можем... А, мы уже все, мы уже играем и так очень долго играем. Ну что, что мы будем... Кстати, дайте-ка я хоть про его ульту посчитаю. Угу, уничтожает укрытие. Понятно, я понял. Что у нас еще есть за режимы? Победитель дня. Это что такое? Давайте сюда сходим. На захват кристаллов. Победитель дня, это, я так понимаю, что карта по захвату кристаллов, типа.
Так, смотрим. Походу любительская карта. Сейчас у нас на экранах она получила наибольшее количество рангов. Но это как я понял. Не знаю, что там на самом деле. Да, нормально. Я обойму свою разрядил, короче, в холостую. Хы-хы-хы-хы-хы. Ну я чисто запугиваю челов. Да, ну попытался, по крайней мере. Так, опять им приходится двоим играть. Блин, охренеть, какой-то ближник у них монстр. Подпрыгивает, бьет просто по рылу и уничтожает. Все в молоко, блин, Клинтон. Клинтон. А, у нас нет кристаллов вообще. Обратный отсчет пошел у них. Так, чьи это бомбочки? Меня застанили как-то, умудрились. Эх, ва-банк пошли, я понял, пошли ва-банк. И хотели их уничтожить. Так, ладушки. Так. Что у нас тут есть? Это Брок. Давай добавим комара. Так. Здоровье не ахти у Брока. Мы сыграем за Брока. Я как бы вообще ничего не обещаю, блин. Ну попробуем хотя бы. Я даже не знаю, какая у него атака у этого челика. Ну, точнее, не знаю, а, скорее всего, не помню. Потому что, если он у меня есть, я наверняка за него играл. Ну, и тем более, раз у него уровень. Хотя, может, и сын играл. Йоу, Комар ушел. Йоу, ма. Победить очень сильно охота, но как это сделать? Не имею ни малейшего представления. Так, у меня всего лишь два кристалла. Что это значит? Это вообще ничего не значит. У врага больше сейчас на данный момент. Надо сближаться, но мне сближаться нельзя, потому что я дальний. Здоровьем не столько, сколько хотелось бы. Можно только плюхи кидать на расстоянии и все. О, сейчас меня уронят. Я знал, что меня сейчас уронят. Ну, потому что он уже приблизился, прыгнул ко мне, и все. Я понял уже, чем это закончится. Блин, уходим! Люди! Уходим! Нет, я не туда зашел. Блин, мы же можем выиграть. Есть, мы победили. Хи-хи-хи-хи-хи. Так, кому лейкоцит? Лейкоцит. Ставим тузику.
Фух, ребята, все, я пропотел жестко. Я жестко пропотел. Все, мне пора. У меня телефон перегрелся. Я еще хотел спокойно, без суеты. А, лейкоциты, я понял. Спасибо, блин, спасибо. Ну, ребята, я, короче, вынужден откланяться. Я, короче, вынужден уходить, к сожалению. Потому что у меня перегревается телефон, а я еще хотел, как бы, пока батарейка есть, еще хотел кое-что поделать в Брауле, посоздавать карты. Я ни разу не создавал. Возможно, да, возможно, тузик, возможно, будет, возможно. Вот такая история. Ну, что ж, всем пока.